Чита богата не только историческими постройками, но и не менее известными свалками. В 2019 году прославились Ингодинский и железнодорожный районы города. То количество несанкционированного мусора, который там был, увидела вся Россия после приезда блогера-журналиста Ильи Варламова. Ситуация за прошедшие 4 года изменилась, но не глобально. Отходы все еще на месте, и мы их показывали в одном из недавних сюжетов. Это место такое, оно знаменитое на всю Россию. Здесь ни один блогер себе сделал карьеру. И действительно, те дома, которые у нас полублагоустроены рядом есть, это как раз мусор с этих домов. И люди, сколько бы мы ни говорили о том, что есть у нас место для жидких отходов, есть у нас бункер именно для сухих каких-то отходов, да, или там мусора. Но тем не менее, как мы видим, здесь все в одной куче. Свалку на улице Лозо, по словам Михаила Шибаева, вывозят ежегодно, однако люди продолжают кидать мимо, о чем говорит почти пустой контейнер. Еще одна проблема постоянного возвращения мусора – это отказ управляющей компании работать с близстоящими домами. Да и местные уже смирились с проблемой. Решать ее, по их словам, нет желания и сил. Вообще ее не убирают. Вот Валерон приезжает туда, этот контейнер забирает и все. Будет, еще хуже будет. В туалеты невозможно ходить. Это не, если туда пошел, то надо альпинистское снаряжение, чтобы не упасть. Потому что, ну, ничего не делайте. Алексей живет в доме рядом со свалкой 39 лет и уверяет нашу съемочную группу, что про них давно все забыли, а его жилище и вовсе готовится под снос. Поэтому в лучший исход он и его соседи уже не верят. А мы двигаемся дальше, к еще одной несанкционированной мусорке. Там сломаны оба контейнера и проход к туалету забит нечистотами. На этой территории также и мусор убирался, и рекультивацию проводили. И эта же территория у нас уже стоит в реестре 23-го года, когда у нас будет объявлен конкурс, и подрядная организация определится, кто будет вывозить. То есть мы будем вот эти несанкционированные свалки тоже будем уничтожать, убирать. Вот. Ну и на этой территории у нас недавно жалоба была, что сами контейнера измятые. Действительно, мы по этой проблеме тоже работаем. Письмо мы направили в комитет городского хозяйства. Они, в свою очередь, отработают с региональным оператором, выставят другие контейнера. Однако, по словам главы Ингодинского района, главную проблему с мусором, которая сидит в головах людей, эти меры не решат. Свалку скоро уберут, но то, что она появится снова, лишь дело времени. О чем говорят и сами жильцы этих домов. Вот это... Вот оно, вот, льется. Это никто не чистит, как было 3 бака раньше под мусор. Сейчас вот все разломано. Один остался, но... и тот разломан. Вон вот. Детишки, смотрите. Да никто не будет честь не упираться. Ребята, вы никто. Вас, вы не верите. Не надо я мне. Я не верю в это вообще. Я уже не верю здесь с какого мне года. Мне кажется, это вообще Лозо запущено. С 92-го года я не верю ничего здесь. Даже туалет и тот. Там он стоял, разломали, вывезли вот такой вот. Сейчас что этот сломает, вообще будет. Слова тут излишни. Люди смиренно живут рядом с большой помойкой и стараются хотя бы уберечь от мусора своих детей. В ожидании, что их дома скоро снесут, а их переселят подальше от ароматного соседства. А мы отправились к, пожалуй, самой большой и особенно неприятной свалке в Ингодинском районе. Ситуация с ней давно требует действий, и они были предприняты несколько лет назад. Ее полностью убрали. Можно было ставить коробку и играть в футбол и хоккей. Однако она вернулась. Ну, очень сложно все-таки достучаться до сознания. Потому что люди понимают, что они здесь живут, и вы сами видите, что вот буквально калитка 10 метров и вывалили золу. Хотя можно было бы пройти подальше. И вот. Поэтому, ну, говорит о том, что люди готовы уже и под себя вывалить, лишь бы только, ну, куда-то не идти далеко. Играть в постоянную чехарду с уборкой мусора не получится. Поэтому Михаил Шибаев видит только одно решение проблемы. Людей надо расселять из домов, а всю местность, включая свалки, равнять с грунтом и обустраивать территорию. Проект, по его словам, уже готов. Однако на его реализацию нужно время, деньги и новые квадратные метры для людей. Я считаю и убежден, что изменения в лучшую сторону есть. Мы по реестру, то, что в 2020 году у нас было количество свалок на территории Ингодинского района, сколько сейчас мы мониторим, то в 2 раза у нас их стало меньше. И по объему накопления, вот именно за зимний период, мы видим, что объемы падают. На этих территориях перестанут стоять такие дома, да, то есть вот такой фонд мы уберем, и на этих территориях появится что-то более современное, то и
в принципе такого не будет. Григорий Анипер, Никита Дроздов, РТК Забайкалье.